СБУ предотвратило теракт в Харькове. Как сообщили в пресс-службе этого ведомства, женщину задержали во время закладки взрывчатки. Действовала она по заказу российских спецслужб. Пыталась взорвать памятник воинам УПА. По данным СБУ, планировался целый ряд терактов в Харьковской области. Исполнителями должны были стать участники так называемой военно-политической группы «Харьковское движение сопротивления». Они специализировались на подрывах и распространении антиукраинских материалов. Где-то в 2015 году познакомилась в соцсетях с котом Фартовым, который предлагал подбрасывать сыны головы в мечети. В этом году прислал в виде прайса на провокации против националистических группировок в Украине. Там подрывы машин, уничтожение. Я решил уничтожить памятник